И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю снимать для вас видео на сервере Eternal 15x PvE плюс мод. В общем, что же я вам сегодня хочу рассказать в эту дождливую, но прекрасную арковскую погоду. А именно то, что я устраиваю конкурс. Конкурс будет проходить в группе ВКонтакте. В конкурсе будет участвовать вот это чудо, да, Доминус Мантикор. Суть рассказа в чем? Хожу я, брожу, прилетает чувак на мантикоре, и ну я думаю, ну мало ли, посмотреть прилетел и что да когда где. Не стал обращать внимания, смотрю, мантикора ставит, ну думаю, ладно, надо подойти, думаю, значит, все-таки отклеймил. Хорошо, подхожу, да, он реально отклеймил, и собственно вот его племя Микелсон Фэмили. И непосредственно это сам Ром. Вот, собственно, видите, Микелсон Фэмили, вот нижняя строчка. Непосредственно Ром, спонсор данного розыгрыша. Я просто решил, что, блин, ну, жалко, мантикора то реально жалко. Это ж мантикора, еще и Доминус. Ее томить не так уж и легко, я бы так сказал, в сравнении с теми же альфачами и так далее. Вот, и что я решил? Сразу же, недолго думая, думаю, ладно, сделаю, короче, розыгрыш для подписчиков. Ну и заодно человека хоть как-то отмечу, все-таки человек старался, пытался, томил и так далее. Потом я читаю в чате, он пишет, типа, не удаляй его, пожалуйста, игра. Спокуха, короче, все нормально. Я придумал, что делать с ней, так что... Потом узнаешь, как говорится, собственно, ты сейчас уже и знаешь. Вот, характеристики, самую прекрасную картинку мантикора вы можете посмотреть в группе ВКонтакте, а именно, ой, я почти угадал, вот здесь что-то. Почти. Я тут второй раз пытаюсь записать, первый раз я накосячил со звуком. В общем, вот такой вот... На ссылку на репост я оставлю в комментариях, найти будет легко. Что вам нужно сделать? Всего лишь навсего сделать репост этого видоса. Прокручиваете в самый низ, нажимаете поделиться, отправляетесь, так сказать, на свою страницу, обновляем страницу, и у вас появляется вот такая вот картиночка. Ну да, конечно, ссылочка на мой канал-то обязательно, здесь еще будет ссылочка на это самое видео. Вот, и в целом суть розыгрыша в чем? Розыгрыш произойдет 03.05.17, розыгрыш я этот сниму и запись выложу 04.05.17. Вот, и соответственно, приз уже победитель получит сам. Буду разыгрывать, понятное дело, через ВК, через репосты. Что, да, когда, где вы узнаете именно на самом видосе. Кстати, давайте я вам делаю спойлер сегодняшней серии. Вот, в общем, суть дела в чем. Делайте репост, я 3 числа, вечером 3 числа, разыгрываю, и, соответственно, победитель уже получает свою мантикору. Хотите мантикору? Пожалуйста, вот она, практически топовая была, если я не ошибаюсь. Ну, опять-таки же, 634 левел, может, кому-то не нужно. Но, если ты нубас, и у тебя никого нету, и у тебя единственная только обезьяна, грубо говоря, как у меня, то, пожалуйста, вот... прекрасный подарок для вас, почему бы нет, делай репост и нет проблем. Самое главное — это делать репост. Многие люди ошибочно жмут здесь, а как видите, лайки здесь отображаются, но нужно нажимать вот на это репост. Комментарий — это, конечно, да, не это, вот это именно рупор. Нажимаете рупор, делаете репост, все просто замечательно, ничего сложного нету. Вот такие вот дела. Собственно, как я уже говорил, сложного в этом плане ничего нету. Вам нужно только сделать репост к моему видосу, ну и подождать 3 числа, а там я уже сделаю кому-то подарок. У меня есть задумка, теперь есть где притомить, возможно, я паучиху буду томить, и как вариант я буду топовую томить, стараться по максимуму. Возможно, это... Да, невозможно. Я это, наверное, сниму на видео, как я томлю, а потом уже я эту же паучиху разыграю для вас. Почему бы и нет? Чем, как говорится, вы хуже меня и не можете получить эту паучиху. Зато как вам будет удобно играть поначалу-то? Очень даже я рассчитываю именно на это. В общем, да и не только поначалу, в целом. Прикольно же. Мантикора. В общем, все.
все, народ, самое главное, делайте репосты как можно больше. Если хотя бы, знаете, будет 5 участников, тогда я разыграю. Потому что народу в целом на сервере играет мало, и я понимаю, что это как бы глупо, но среди вас, я тут вчера замечал 20 человек онлайн, я такой, че? Я даже задумался о том, что я как-нибудь так и не смогу зайти на сервер, если думал, насколько будет народа. В общем, народ, репосты, и все будет хорошо. Ну и все, на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Да, всем пока.